И сегодня мы продолжаем играть приключения Стикмана 2. И мы на третьем уровне. Давайте начнем, да? Давай. Это вообще-то третья часть или первая? Так, давайте начнем. Чернильная шахта. Мы пробрались в шахту. Ну, да, блин. Ладно, что нам надо нарисовать? Так, что мы можем нарисовать? Нарисовать провод. Проводок нам нужен. А чё, как надо нарисовать провод? Чё, нарисовать? Ну чё, мне не нарисовать. Так, а теперь что? А что мы кого-то можем сделать? Заработала. Идем. Круто, да? Угу. Так. А, да, нам нужно провод нарисовать. Готово. Эта штука разрушает наши провода. Или нет? Так. Давай. А. Так. Вау. Боже мой, бога нет. Ой, блин. Наверное, нам нужно сделать это. Ну все разрушено. Так, вот сюда, да? А ты направил. Наверное, надо этот провод это туда, а это там. Два. Я нашел. Наверное, так. Не, это не надо. Ау. Thank you.
рисунок. Круто. Сидит пазл. Спасибо, братан. Я чуть-чуть дам. Уйди. Справляйся. Иди сюда, глупо. Они что, не уйдут? А, тогда думают, лучшая кирка в мире. Офигеть, мы все увидим. Мы забрались на гору? Ты видел, мы забрались на гору? Угу. Странно, да? Да. Смотри, это такой баг, да? Так, давай мы опять попробуем сделать. Блин, это странно. Теперь мы на другой стороне. А, он разрушает все. Тух-тух, манта. Ой, мы скачиваем Майнкрафт, да? Да. Известные источники. Окей. Так, ребята. Не удивляйтесь, мы скачиваем Майнкрафт и... Да. Он будет снимать летсплей наш Нортай. Будешь снимать летсплей? Да. Вот. Ну, с вами был... Нуртай крутой, давай. Скажи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте, подписывайтесь на канал. И всем пока.